Всем привет! Сегодня замечательный четверг, потому что вот такая красота нас встречает в обе. Красотки Ванды. Этим цветом никогда не устану восхищаться. Крупные цветы, ванды в стекле. Даже отходить не хочется от них. Очень красиво. Крупные мельтони, это микс. Красотка. Орхидеи всегда поднимают настроение. Нам опять привезли вот такие композиции, мать и дитя. Такое милое вот это дитя. Совсем не похоже на маму. Мельтонии крупные. Одни цветы, полный целлофановый пакетик цветов. Солнечная полянка. Одна стоит, розовый сон. Красивые такие пышные мультифлоры. Очень нежная орхидея с крупными цветами. Их прям много. Они редко бывают вот так в микс. Обычно они на дуге. Красотка Пикассо, огромные цветы, и их тоже несколько штук, мечи.
Как правило, тоже они на дуге и недешево. Здесь они 729 рублей. Вот такой шикарнейший биглип, как мы его уже прозвали, Эркюль Пуаро, тоже стоит в микс. Начинаю озвучивать, начинает бантик в параллель со мной разговаривать, вы простите. Royal Prince, действительно принц. Красавица Алабастер. Такой крупноцветковый прям микс. Очень хороший. Поливает, мне кажется, сильно. Или их только полили. В принципе, света достаточно в обе для орхидей, но все равно. Равелла, вот таких биглипов тоже несколько штук, нежных, розовых. С таким жабо. В рюшку. Сумочки подарочные. И вот такой прекрасный микс по замечательной цене привезли Buttercup. Листик такой интересный. Она яркая. Мы их как-то заказывали для себя чатом. Однажды нам их ставили вместо сладких девочек. И они всегда все находили свой дом. Прекрасная цена. Выбор есть. Амичи, присмотритесь. Тоже нежная орхидея очень. Видите, на дуге. Такая красотка. И королевский микс. С огромными цветами. Сегодня к елочке две орхидеи светленьких носила, стоит гномик.
И вот такие подарочные красотки под елочкой от Деда Мороза. Думаю, никто бы не отказался. Хорошая цена, и вы видели, их две штуки есть на витрине, точно. Красотка. Такой биглип один. Дома у меня как-то зацвел, здесь вот два усика. Краски не хватило, был один усик. Все равно было мило, очаровательно. Цветочки крупные у него. Ну и продолжим рассматривать витрину. Вверху стоят вот такие каскады. Видите, сколько света. Растениям здесь очень светло и хорошо. Действуют акции, продолжаются. Орхидеи по 579 рублей. Невысокий цветонос. Здесь даже бутон видно, что он огромный. Ну и цветы, соответственно, очень большие. Цимбидиумы. Вот стоит мне только начинать озвучку, как Бантик тут же разводит рядом какую-то деятельность. Что-то ей надо подать, что-то ей надо похрумкать. Красотка Тарина, вот этот невысокий микс как раз попадает под акцию. Красавица Притория неоновая. Вот видите,
579 рублей. Я увидела Рим. Сразу не заметила, я бы ее к елочке сносила. Люблю ее отдельно показывать, выделять. Нобели пахнут очень приятно. Их перегревает солнышко небольшое. Им это нравится. Как всегда, все очень-очень красиво. С вами не прощаюсь. От бантика всем привет. Пока-пока.